В новом здании поликлиники номер 9 начались отделочные работы. Трехэтажный короб уже возведен, окна установлены. Теперь дело за постройкой внутренних перегородок и утеплением фасада. Срок сдачи запланирован на декабрь следующего года. Размеры помещений более 1000 квадратных метров на 15 тысяч населения сортировки – это вполне достаточный объем. Если у нас старая поликлиника, которая располагалась здесь, была в два раза меньше, не располагалась детская и взрослая поликлиника, вы прекрасно понимаете, что здесь более 1000 квадратных метров. Помещения получаются большие и светлые. На первом этаже планируют сделать регистратуру, кабинет флюорографии, кабинет для приема инвалидов. На втором этаже разместятся терапевты. На третьем будут принимать специалисты. Хирурги, неврологи, офтальмологи, отоларингологи. Штат уже укомплектован. Сейчас решается вопрос о закупке нового оборудования. Внешне, она украсит этот район. То есть и будут выполнены архитектурные элементы. По карнизу центральный вход выполнен в стиле, в виде колонны тоже с архитектурными элементами. Цвет фасада желтый с элементами коричневого. Здание будет оборудовано лифтами. Подняться на второй и третий этаж пенсионерам и инвалидам не составит труда. Поликлиника будет пристроена к многоэтажному жилому дому. Сейчас рабочие возводят четвертый этаж. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.